are now joined by number 11 ranked UFC light heavyweight Magomed Ankalaev, and we'll take our first set. Да, я Магомед, я тебе покажу, помогу. Все, давай. Yes, hello, Magomed. Can you hear me? Yep. He can hear me. Okay. Magomed, was it refreshing this training camp after last year to finally have a new opponent to be focused on? Насколько было приятно получить наконец-то нового оппонента, потому что в прошлом году, получается, у тебя вот такое одно противостояние, которое растянулось на целый год. Да, я очень доволен. Прошлый год у меня почти год ушло на одного соперника. Сейчас мне дали нового соперника повыше рейтинга, поэтому я очень доволен, что UFC мне дают дорогу вперед, подниматься наверх. Yeah, I agree with you. It's kind of refreshing because it took almost a year to my last opponent, and I'm really glad and thankful for UFC that they gave me an opponent which is ranked higher than me. How important is it to you to have a more active 2021? Because we know with everything that happened, you know, your schedule was really slowed down last year. Ну, насколько для тебя важно и насколько ты бы хотел быть более активным в 2021 году, потому что, ну, много было факторов каких-то, и вот то, что там постоянно какие-то проблемы из-за коронавируса, ну и, в принципе, сложности такие. Насколько ты вот хотел бы в 2021 году быть более активным? Да, я люблю быть активным. Я постоянно хочу драться. Я хочу к вершине подниматься. Поэтому мне сейчас UFC дали шанс, дают мне сильных соперников проверить себя, показать себя. Поэтому я доволен. Yeah, it's pretty important for me. And as you all know, I'd like to perform as often as I can. And I wanted to highlight one more time that it's a really good opponent, and I'm really glad that UFC can provide such an opportunity and such a good test for my skills. So I'm looking forward for this for next year. A lot of people like this fight stylistically. How do you feel you match up with Nikita Krylov? Ну, многие отмечают, что этот бой, он ваши стили хорошо сочетаются, ну, то есть вы оба зрелищных бойца. Вот ты сам что думаешь на этот счет, как твой стиль, как ваши стили вообще подходят друг к другу? Ну, Никита Крылов, он очень хороший ударник. На последнем бою показал вам, как он борется хорошо. Поэтому мне интересно биться с сильными соперниками, так как я тоже дерусь в стойке. Людям нравится стойка, ударка. Поэтому я думаю, этот бой будет очень зрелищным, интересным. Так, да. Yeah, we know that Nikita Krylov is a pretty good striker, but in the last fight he demonstrated to everyone that he also can grapple, and I'm also basically prepared for everything, and I really like to strike, so it's obviously will be a really you know, cool matchup for the fans, and we will go for it and left everything in octagon. Thank you, Magomed, and good luck. Спасибо, удачи. Все, спасибо вам тоже. Thank you. So that our next set of questions from Martina Saluch with InTheCage.pl. Hello, Magomed, how are you? Привет, Магомед, как ты? Ничего, хорошо, все отлично. Yeah, I'm good, thanks. Great. Magomed, I have three questions for you. First of all, I would like to know, do you feel satisfied with reaching two wins over Ion Kutalaba, especially after the first controversial fight? Первый вопрос про бой с Кутылабой. Насколько ты доволен тем, что тебе удалось два раза выиграть, особенно, можешь как-то своими мыслями поделиться, да, особенно после того, как в первый раз, было много споров вокруг остановки?
до этого боя. Я сам тоже хотел, многие люди думали, что это была случайность. Но я бы тоже сказал бы так же, первый бой остановили, можно сказать, рано. Поэтому мне самому было интересно провести реванш. Мы готовились долгое время, ушло на это долгое время. В общем, мы выполнили, сделали реванш, люди увидели результат, поэтому я доволен. Yeah, I'm pretty satisfied that I can get like the second win because after first fight, a lot of people and then a lot of MMA fans, they tend to talk that it was an accident because, you know, of the early stoppage. And I kind of agree that it was a little bit premature, and I wanted to prove to everyone and to myself that it wasn't an accident. That I can win like properly and finish the opponent, and I actually did it. So yeah, I'm pretty satisfied with this win. Great. Next week we'll see a big fight in your division. I want to ask you who you got in this Jan Błachowicz versus Israel Adesanya fight. Ну, в твоем дивизионе титульный бой на следующей неделе. Какие твои мысли и какой твой прогноз на бой Błachowicz против Адесаньи? Прогноз я обычно не могу сказать, как я бы хотел, чтобы Ян Блахович выиграл, чтобы он остался чемпионом, чтобы дождался он там. Поэтому я пока на этот бой особо не смотрю. Я нацелен на свой бой. Мне пока интересно свой бой, поэтому я особо внимания не обращаю на этот бой. I don't really like to make prediction, and also I'm like 100% focused on my fight. Of course, it's a big fight, and I hope that Jan Błachowicz will win and he will stay on top, and eventually we can meet with him. So I kind of hope that he will wait for me on top or someday. When you think about MMA nowadays, do you consider it more as a sport or maybe just a show yet? Ну вот если говорить о MMA в целом на сегодняшний день, как ты считаешь, это все-таки в первую очередь спорт или, ну, это уже превратилось в шоу скорее, как ты думаешь? Ну, здесь вместе, можно сказать, здесь и шоу, и спорт. Ну, больше спорт, конечно, здесь выходят два бойца в октагон и должны показать, на что они способны, поэтому я скажу больше спорт. Yeah, I think it's basically both, so it's like combined, it's sport and show, but I think it's more about sport, because like it's two fighters in an octagon, and they like competing in a very highest level, so it's mostly sport for me, but also with a little bit of show. Fantastic. Thank you very much. Have a great fight on Saturday. Thank you. Yeah. Спасибо. Удачи в субботу. Спасибо большое. We'll take our next set of questions from Zach with UFC.com. So obviously Nikita is like the highest ranked fighter you fought. Is there any kind of statement you'd like to make with your performance, kind of announcing yourself in the rankings of the light heavyweight division? Ну, это такой хороший шанс, ты сам сказал, что, ну, что тебе дали такую возможность, да, соперника выше. Есть ли у тебя цель, ну, как-то заявить всему дивизиону о себе с помощью этого боя? Ну, вот какое-то сообщение передать? Пока я нацелен только на этот бой. UFC, я думаю, не оставит меня без внимания. Почему? Потому что я показываю хорошие зрелищные бои, не жалею себя. Поэтому я думаю, в скором времени они увидят, кто не знает меня. Yeah, of course. Of course, I'm thinking about like the top rank opponents, but for now it's all about that fight. And like everybody, including UFC, knows that. I'm a very spectacular fighter. I don't try to, you know, fight safely. I always like to perform and, you know, get a great fight. So hopefully
in this year I can get like at the very top, because that's my plan. Both you and Nikita have shown well-rounded skill sets, abilities to dominate the fight in many areas. Where do you think this fight will allow you to kind of shine the brightest in terms of showing off your skill set? Вы оба достаточно сбалансированные бойцы с Никитой, да, но вот как ты считаешь, в какой именно сфере, да, ты превосходишь его, и в какой именно сфере боя ты сможешь показать себя лучше, чем он? Ну, на этот вопрос ответы будут в октагоне, когда она закроется. Пока мы не можем ничего сказать. Он хорош в ударке и в борьбе, поэтому... Когда клетка закроется, там уже вы выйдете. Yeah, I don't really want to answer this question now. So basically, when the cage will close, you will see where I'm better than him. But he's a good striker, he's a good grappler, but you'll see. And then last one for me, especially after the kind of chaotic 2020, what do you kind of envision in terms of the schedule you want to have in 2021 as you try to climb up the light heavyweight division? Ну вот, учитывая, что в 2020 году так все было достаточно хаотично, идеальный год вот в голове какой-то для себя выстраиваешь, там, может, сколько боев бы хотел провести, да? Какой план у тебя на 2021 год? Ну, план у нас, я... Всегда говорю вершина, поэтому мы будем исходить от этого боя, как бой пройдет. После этого, я думаю, ну, в году хотя бы 3-4 раза можно драться. Если без травм, если будет, то это возможно. Yeah, I always saying that my ultimate goal being on the top. And after this fight, hopefully it will go injury-free, and I can fight 3 or 4 times per year easily. So if UFC will offer me a fight, I will take every opportunity that I have. That's all we have for you today, Magomed. Thank you. Все, спасибо тебе большое, Магомед. Больше вопросов нет. Все, спасибо вам тоже. Yeah, thanks, guys.